На экзаменационном столе раскладываются билеты с гербовой печатью. Впереди у выпускников самый главный экзамен по основной специальности – сварщик. Скажем сразу, до этого экзамена часть выпускников не дошла по причине условно-досрочного освобождения. Экзамен проходит в профессиональном училище исправительной колонии номер 6 города Бежецк. Выпускники готовятся к теоретической части. Допущены все. Перед этим, пройдя еще конкурс профессионального мастерства, зарекомендовали себя все с положительной стороны, поэтому надеемся на очень хорошие результаты. Время обучения составило всего 5 месяцев. За этот, казалось бы, небольшой срок осужденные становятся профессиональными сварщиками. Конкуренцию составляют уже и людям, которые готовятся на воле в училищах и техникумах, и показывают очень хорошие результаты. В училище есть все необходимое для постижения профессии. Выпускники подкованы как в теории, так и на практике. Качество обучения очень высокое. То есть самое важное у нас здесь – это работа мастера производственного обучения, который ведет непосредственно практические занятия. И они здесь на высоком уровне. То есть я посещал каждое занятие. Если у человека есть недостатки, с ним индивидуально работают, кто лучше справляется, тому даются задания сложнее, больше уровень сложности. И я достиг тех навыков, которые позволят мне трудоустроиться после освобождения. В январе этого года училищу исполнилось 60 лет. На протяжении 60 лет мы обучили 10 080 обучающихся по разным профессиям. В настоящее время мы обучаем по 9 профессиям, востребованные на рынке труда Тверской области. Во всех исправительных учреждениях региона обязательное требование. Осужденный освобождается из мест лишения свободы только при наличии специальности. Очень хорошо учатся, хотят учиться. Мы проводим постоянно конкурс профессионального мастерства. Очень много желающих. Особо отличившихся осужденных мы поощряем грамотами. Только в этом году в профессиональном образовательном учреждении номер 52 получили специальность 303 осужденных. Такие выпускные экзамены в эти дни проходят во всех профессиональных учреждениях исправительных колоний, а их в региональном ФСИН 5. Ежегодно из стен наших образовательных учреждений выпускается более 1100 осужденных, которые обретают в этих стенах всевозможные рабочие специальности. То есть на сегодняшний день мы обучаем по 19 рабочим специальностям, то есть по таким, как начиная от повар, пекарь, кухонный работник, значит, и заканчивая станочниками деревообрабатывающего оборудования, машинистами-кочегарами, операторами газовых котельных, стропольщиками, слесаря и так далее. Основная цель профессионального обучения – подготовить квалифицированные кадры для центров трудовой адаптации самих исправительных учреждений. А в будущем, после освобождения осужденного, эта специальность пригодится на различных предприятиях любой формы собственности. В зависимости от сроков обучения, они у нас колеблются от 2 месяцев до 10 месяцев, осужденные, успешно закончившие обучение, прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие документы. Это свидетельство об образовании, либо дипломы государственного образца. Обучают профессиональному мастерству в условиях неволи опытные педагоги. Стаж некоторых превышает 20 лет. Вместе со своими учениками учителя осваивают новые профессии и, следуя веяниям времени, проходят профессиональную переподготовку.